В апреле в наши широты приходит настоящее тепло. Тает снег, высыхают дороги. И тут же в воздухе появляется специфическая пыль, смесь песка и въевшихся в асфальт зимних противогололедных реагентов. Именно поэтому в весеннее время шоссе полагается мыть специальными составами. Дороги надо весной обязательно промывать, так как остаются реагенты на покрытии, они расщепляются, пылят. Поэтому применяем раствор «Чистодор», заливаем вот в эти машины, растворяем с водой и промываем покрытие дорог. Для того, чтобы в летний период наш город был чистый и экологически здоровый. Когда температура воздуха достигает устойчивых плюсовых значений, спецтранспорт Одинцовского ДРСУ переходит на летний режим работы. Скребки и отвалы меняются на поливомоечные гребенки. Можайское шоссе, центральную улицу столицы нашего района, начинают убирать с самого раннего утра. Водители спешат пролить трассу до того, как начнется плотное движение. Ежедневно промываем дороги по всей площади и прибордюрная часть, для того, чтобы люди наши дышали чистым воздухом. У нас порядка 200 километров площадей. Машин у нас порядка 15 по содержанию, поливомоечных, из них где-то порядка 8. Одинцовская ДРСУ квалифицированно занимается строительством и обслуживанием наших дорог уже более 55 лет. И водители, и техника предприятия готовы справиться с любыми самыми сложными задачами.